Специально по просьбам трудящихся снимаю один из спусков. Не знаю, получится ли полностью или только часть. Мы посмотрим. Спускаемся по синей трассе. Довольно простенькая трасса по здешним меркам. Очень красивая. Подготовленные лыжники могут тут здесь. Беда. С кем не бывает. С другой стороны, здесь можно работать палками. Поэтому тоже мало приятного. Может ли кого-то будет здесь опять можно взлететь. Кафешка очередная из многих-многих встречающихся на склоне. А теперь трасса с очень прикольным рельефом. Точнее, кусочек трассы. Сначала ехали вниз, потом вверх.
Ну, мы здесь не будем останавливаться, поедем дальше. Так, дальше у нас вот сюда. Опять синенькая простенькая трасса. Google, который соседствует с Google. Сюда ходит бесплатный автобус из Зольдена. Причем бесплатный только для тех, кто с лыжами. Для остальных он стоит 2,5 евро. Здесь уже лыжники накатали немножко бугров. Большие сложности с поворотом. Если я ничего не путаю, то у этого видео от начала до конца перепад высоты около километра. Могу их путать. Надо посмотреть по карте. Мы идем с обзорной площадки до самого низа. О, нет, не до самого низа. Точно, точно. Едем до тупикового подъемника, из которого мы буквально полчаса назад выбирались. Потому что нам пока не надо было туда. Просто вот такие стрелочки. Очень удобно, чтобы не свалиться в пропасть. Я, к сожалению, уже ничего не слышу, потому что не останавливался для продувки ушей. И их очень хорошо заложило. Хотя синяя, наверное, объезд была. И вот у нас тупиковый подъемник. Нам потребовалось 10 минут. Здесь расписана схема, какие подъемники работают. Итак. Вот из этой точки, да, вот этой. Так, итого перепад высот в районе километра всего лишь. Этим, пожалуй, это видео закончим.